Кушай, кушай. Нет? Like this. А, окей. Bite finger. Окей. Кушай, 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 кушай. Вкусно? Здравствуйте, меня зовут Талия Радченко. Мы продолжаем серию видеокастов на тему похудения. Сегодня мы поговорим о силе привычки. Мы на Шри-Ланке и мы кормим черепах. Каждое утро с 9 до 11 утра они приплывают сюда на завтрак. Почему они так делают? Их прикормили местные, и поэтому каждое утро, именно в это время, они кушают именно здесь. Кушай, кушай, кушай. Вкусно? Давай. Кушай, кушай. Ой, ты такая хорошая. К чему я это все веду? Для того, чтобы худеть, нужно есть за 4 часа до сна и ложиться спать на полупустой желудок. Почему же мы этого не делаем? Ответ простой. Мы, как черепахи, привыкли есть в одно и то же время. Только они утром, а мы вечером. Целый день мы бегаем, работаем. Есть нам некогда. Поэтому вечером мы съедаем порцию за целый день. Поэтому для того, чтобы худеть, нужно всего-навсего убрать привычку есть на ночь. Если начать себя контролировать уже за месяц второй, вам даже не будет хотеться есть по вечерам. С вами была Талия Радченко. Смотрите мои видео в YouTube, заходите на мой портал, приходите на мои тренинги, худите с удовольствием.